слышите, красиво как. Пять утра, лес. Всем привет. Я даже шепотом говорю. Хотя на самом деле им все равно. Вот и дождались следующего выезда. На улице стояла ужасная жара. Наверное, недели две, больше тридцатки. Мы сидели в городе и плавились. Иногда оттаивая под кондиционерами. Жара страшная, конечно, никуда не уезжали, да и времени особо не было. И вот, стоило нам вчера тронуться, по дороге влупил дождь, который нас сопровождал. Не дождь, гроза, прям стеной, молнии, красота. Километров 60 он нас сопровождал, сюда приехали, здесь тоже поливало. Соответственно, вчера было 33-34 на улице, ну, по термометру в машине. Сегодня вот мы выехали, 13 градусов, облачно. Но я думаю, солнце все равно будет днем, разгуляется потом. Но аллергия, сразу прошу прощения, опять что-то цветет. Вот, но пока очень комфортно. С прошлого выезда, я помню, из машины выходишь в это же время, только мы ранее, ну пораньше чуть-чуть, сразу облепляли комары. Сейчас пока никого нет, вот я уже минут 5 стою. Ну есть, конечно, мушки какие-то летают, но не рой. Вот. Приехали в один лес, известный нам. Здесь мы, сейчас не сориентируюсь, по-моему, где-то вон там, нашли замечательное языковидное кресало. Видео в уголке будет. Вот. Сейчас хотим сходить, приглядели там одну. Вот как раз вдоль канавы-то, а не туда, на эту. Туда, вырубку, да? Да, и... Короче, нашли там интересную полянку по картам. И хотим ее проверить. До полянки шлепать метров 600 вроде по навигатору. Но они сейчас вон за моей спиной, если видно, разделительная просека. Причем свежая, вот только-только прорыли. Как-то то ли в том, то ли в позатом году мы ради прикола ходили вот по этой просеке. Прям по ней. Ага. Илюба там находила пуговицы какие-то, эти орлянки. Только в начале этой канавы ты 35 злотых поднял. 25. 35. Да, 35. Да, кстати говоря, тоже в канаве прям. Прикол. Вот. Сегодня вам попозже расскажу очередной миф. Не миф? Ну, не миф, да. А, скажем так, выжимка из легенд, мифов. Ну, короче говоря, смотрите, все будет. Вот. А пока собираемся, двигаемся в лес и пробуем что-нибудь найти. Вот, идем вдоль канала. Здесь такие опушки попадаются, ельники густые попадаются. Короче говоря, проверяйте технику перед выходом на поиски. Все зарядили, кроме навигатора. А он взял и сел. Точки-то там все стоят. Ну, примерно как бы мы представляем, что вот эта канава прокопана куда-то туда. А место это, куда мы идем, левее от него. Найдем мы его точно или нет? Потому что там плюс-минус метров 200 от канавы. Можно и не наткнуться. Люба там железо копает. Кстати говоря, удивительно. Обычно вот в этих просеках очень много советского железа. Вообще ни хрена нет. Слов совсем. В самом начале кусок трак нашли, ну прям вот где машина стояла. И все. Там черный сигнал какой-то проверяет. Но здесь по топономике местности не похоже на то, что надо. Гильзач, что ли? Не знаю, какой-то кусок трубы. Или труба. Трубки. А, нет, просто труба. Какая-то с какими-то пиптиками. Хрен знает. Ладно, пока идем сколько можем. Однако вот это вот, где сейчас проложена канава, очень похоже, что здесь или просека была, или еще что-то, потому что вдоль нее идет уже достаточно взрослый орешник. Ну да. То есть она использовалась как некий, ну, людями. Людями? Людями, да. Ну, здесь пока людями можно ориентироваться, идти. Вдоль ни хрена ничего нет. Вот. Да ничего.
Оно по-разному бывает. Может, тут Рюрик с костяными ножами бегал? Ну, он где-то бегал, если мы там нашли кресало. Ну, это все-таки метров 500. Ну, все равно, рядом. Ладно, двигаемся, что сделаешь-то. Проверяйте технику. Вот мы тоже старуха-проруха. Да, интересный сегодня поиск получается. Достаточно буреломистые места. Нам приходится держаться канала. То есть мы в нее иногда спрыгиваем. Ну, потому что через валежник тяжело. Ну да, очень много завала. Вот, пока непонятно, где это место и найдем ли мы его без навигатора, тоже непонятно. Ну ладно, лес мы любим. Здесь хорошо. Вот интересное место сейчас покажу. Подождите. Вот. Я так понимаю, это орешник. Да, да. А вот что он здесь делает? Высаживали вдоль дорог или вдоль какого-то участка. Ну, больно ровно, видите, прям как будто да, посадили. И потом орехи же собирались, сушили. Тут пятачок надо посмотреть, может, здесь какая дорога и была. Ну, скорее всего, советская. Пробки начали попадаться, водочные пачки. Там возле поля не было. Вот. Сейчас пройдем туда по канаве немножко. Если не получится, будем возвращаться обратно вот этой стороной. Здесь тоже ельники вон там. Да. Балбесы. Что у нас по технической части? Я, ну я не успел. Мы приехали-то во сколько? И встали во сколько? 11. Выехали полтретьего. Ну да. Из нерезиновой. Угу. Правда, пока мы все остановки и точки проехали. Проверяем, короче говоря, вот этот пятак и идем дальше. Вот забавно, как мы и говорили. Здесь банки консервные, крышки из-под водки, монеты советские, убитые. Вообще не могу прочитать, что это, но это позднее. Ну да. Ладно, сейчас мы здесь походим еще и пойдем той стороной, потому что непонятно, что там вот с левой стороны, где мы хотели походить. Ну, посмотрите, буреломина. Тишина. Ну, тишина-то хрен знает. Может быть, осенью или весной ранее здесь и не тишина, но сейчас тут бурелом, мягко говоря. Сейчас я попрозваниваем еще вот этот орешничек. Интересно, что они тут делали? Вообще непонятно. Да, друзья, не вся к коту звенящая гитара, как говорится. Да, без навигатора. Да даже с навигатором, я говорю, такие буреломы здесь, что, мама дорогая, завал очень сильный. По ранней весне или по поздней осени, можно, может быть, что-то и можно найти. Но сейчас, я думаю, что даже с позиционированием мы бы ничего не получилось. Вон, сегодня лезут находки, обхохочешься. Пуговица современная. Ростов-Дон. Да еще и на английском. С ушком! Вот к штанам пришивай и дальше иди. Я думаю, что так и сделаем. Развернулись, идем в сторону машины. Мы, в принципе-то, дошли примерно до... По канаве, до места, где отворотка налево была. Вот эти овраги, ну, как грубо говоря, куда мы шли, где эта полянка интересная. Но найти ее там сейчас в этих зарослях, это нереально. Ну и бог с ним. Дойдем до машины, если ничего не найдем, поедем. Побродим еще пару часов по каким-нибудь покосам. Ну чисто за находками. За полевыми. Чтобы уж совсем пустыми не приезжать. Если получится. А пока, пока. А пока нам вот туда.
Ну что, друзья, выбрались мы из леса. Неудачный выход. Не угадали. Не угадали, да. Есть у нас пару часов, приехали, у нас поля наши начали косить. Ну, побродим. Не перепашка, конечно, но здесь мы много интересных вещей находили. Вот. Пару часиков есть. Там видно будет. Вообще в этом году время мало. Немного. Еще жара, да еще дел по горло. Так и пойдем туда. Да, не балуются у нас находками. Нашли обломок килевика, крестика. Серебряного. Когда-то это была шикарная вещь. Возможно, кто-то уже поднял. И нашли. Эх, слезы. Еще Люба 25 копеек, короче, нашла советские. Кто не понял сарказма. Да я могу показать. Покажи. Ой, сейчас чехол потеряю. Прикол. Короче, половина полтинника. Сегодня одни обломки сплошные. На. Ну так здесь сколько перепахнуто уже. А киль, да. Киль, да, жалко. Мы здесь находили этот штурвал серебряный. Да. На этом, чуть да? Чуть выше. Здесь и штурвальчик серебряный, здесь еще крестов ну, очень много здесь было. Стояла. Да. Пропеллер. Прямо на этом вот пропеллер кусок. Вот она, вот здесь вот она стояла. Но здесь нюанс, здесь надо прям вот очень медленно выхаживать, что мы сейчас и пытаемся сделать. Ну что, друзья, хоть что-то сегодня интересное выскочило. Сейчас покажу. Смотрите, какой крестик без ушка, но целый, гнутенький. Какого он периода, подожди. Я не знаю. Это молитва наоборот. Сейчас покажу. Посмотрим, попробуем найти, прикрепить, что это за кресты такие интересные. Как будто старый этот. Угу. Интересная вещица. Плугом долбанули, но не сломали. Что, в общем-то, господи, ну хоть так, хоть чуть-чуть. И погуляли, и что-то нашли. Так, следующая находочка. Сколько здесь ходим уже? Затертая. Ходим. Они все равно князь лезут. Великий Иван. Вы поняли. Он самый. Иван Васильевич. Профессию не меняет. Кстати, я хабарницу не брал. Клей к себе. Ну что? Утро доброе. День номер два. Продолжаем лесные изыскания новых мест. Какая цель? Ельник за моей спиной саженный. Овраг и болото, которое, скорее всего, когда-то было озером. Слишком оно прям, ну, очень похоже на то. Здесь дорога недалеко, ее он слышно. Но походить мы здесь давно хотели. Куча кабаних лёжек, вскрышек, так называемых. Оп! И Люб что-то нашла. Я так понимаю, советская. Сейчас покажу. Ну, глупо было бы думать, что здесь что-то будет другое. Во-первых, это советская посадка. Причем достаточно молодая. Ну да. 61-й год, десюнчик. Лежи. Короче говоря, нам надо вот туда. Ну, будем идти, пока идем. Ну, да. Пока идти нужно. Да, очень короткие у нас вылазки получаются. Вчера, вон, я говорю, ну, вчера вот спасло то, что... Ну, видели в ролике. Крестик прикольный вот этот и чешуйка. Крестик очень странный, особенно надпись на нем. Ну, я думаю, что люди уже видели. Если мы нашли, что это такое, то народ уже видел. Ну, если не нашли, мы же разместили. Так я тебе про это говорю. Непонятно. Ну, мы посмотрим еще. Так, где у меня прибор-то? Где-то вон там я оставил. Пойдем искать. Лес, конечно, очень комфортабельно ходить. Лес ходить. Прикольно. Но полный поисковый штиль, как я это называю. Тишина ничего не напоминает
Короче говоря, смотрите, вот последнее, скажем так, возвышение. Дальше уходит вниз, вон уже зелень пошла. И дальше болото, которое вот мы предполагаем, что было озером. Но это так, я думаю, что и есть. Вот, ходим здесь кругом. Единственная пока что находочка — это ранний совет, 29-й год, трояк, 100 лет, 29-й. Что у тебя? Ничего. Ничего? Сейчас попробуем туда подняться, на горку, да? Нет, я хотел в обратную сторону. А, ну, пройти, я говорю, вот там начинается, да, еще выше, как бы, возвышение. Непонятно что. Сейчас посмотрим. Здесь надо прокрутиться. Здесь как бы, ну, черт тебя знает, что здесь вокруг этого болота было. Еще надо походить маленечко. Ой, 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 ой. Кто это? Стрекозы. Стрекозы. Видели, да? Или не видели? Две стрекозы, спаривающиеся, такой что-то летит. Прикольно. Мы продолжаем изучать территорию. Ну что, обещанные мифы из леса. Сейчас поговорим о культе медведя у разных народов. Медведь пользовался особым почитанием у финнов и карел, как и у прочих финно-угорских народов. В одних легендах рассказывают, что он возник из шерсти, брошенной с небес в воду. По другим мифам, родился возле небесных светил на небе, у большой медведицы, откуда был спущен на серебряных ремнях в позолоченной колыбели в лес, где остался на серебряных ветвях сосны. Охоту на медведя финны и карелы сопровождали целым циклом заговоров, в которых зверя уговаривали, будто он не был убит охотником, а сам пришел в дом к людям с медным животом от меду. Для него, как для дорогого гостя, убирали избу. Медведя считали родственником человека, происходившим из рода Адама и Евы. Его отца и мать называли Хангатар. Это слово родственное названию сосны. В некоторых заговорах медведя встречают как жениха в шубе денежной красавца, стелят постель с золоченой периной, что отражает обычаи медвежьей свадьбы, о которой я рассказывал раньше. Череп убитого медведя полагалось вешать на сосну, туда, откуда пришел первый мифический зверь, для того, чтобы дух медведя возродился вновь. Такая небольшая история. Тоже интересно все это из леса. Сейчас ходим. Здесь, конечно, медвежьих следов я не видел. Но очень много кабана. Прям кругом. Изрыто все. Помет кабаний. Ну что, пойдем еще немножко походим. Да и скоро закругляться будем. 7 утра мы закругляться собираемся. Эх, лето, лето. Лето красное. Будь со мной. Только что записал вон там разговор о медведе, пока тут Люба копала ключ. Такой вот интересный ключик. Скорее, ну, 19. Скорее всего, не советский. Сложно сказать, непонятно. Пользовались-то долго. Такой вопрос, что он здесь делает. Так, это уже интересно становится. Ну, попробуем. Там какая-то нарытость, вон, видите, впереди. Непонятно. Ну, это непонятно, да. Ну что, дорогие друзья, все. Поисковый штиль, копольский штиль, как я в середине ролика сказал, закончился. Достаточно тяжело ходить, особенно когда плохо переносишь жару, солнце всходит, оно ядовитое достаточно. Почему-то вот последние несколько лет я замечаю, температура небольшая, а солнце прям прожигает до костей. Вот. Ну и некомфортно. Комарьё, естественно. Товарищи слепни проснулись, тут такие кабанчики сейчас начали летать. Короче, как обычно, межсезонье, как это называется. До конца-то его не бывает, все равно ходишь, да, но травы много, насекомых много, искать не везде получается. К сожалению, вот куда мы в два места хотели вот за это время попасть. О, извиняюсь за тряску, здесь дорога не очень хорошая. Сейчас. Да, нам здесь дорогу делают. Короче говоря, куда хотели попасть, мы попали, но ничего там не нашли, не получилось. Разведка такая вещь. Тут либо так, либо сяк.
Хотя бы нам дали крестик замечательный вчера. Он очень интересный. Вот, ну это, слава богу, есть полянки, на которых можно заехать, что-то поискать, на которых все время что-то, ну как бы что-то выскакивает. Вот, а пока мы собираемся, раскладывать нам особо нечего. Крестик вы видели, чешуя затертая, все остальное неинтересно. Вот. Эх, серебряная голова. Да, голова от килевика, конечно, если бы он был целый, это было бы за счет. Килевик, кто не знает, это крест килевидной формы, снизу треугольник такой получается. Это времена, ну плюс-минус Ивана Грозного, так, чтобы особо не загружать. Вот, там плюс-минус. Кресты зачетные иногда бывают. Мы находили вообще с ладонь. Два. Ну, это 15 век. 15 век, да. Ну, может, ну да, вот и времена Ивана Грозного. 15-е, начало 16-го. Вот. Короче, что? Сегодня продолжаем делать дела. Пили в Москву, к сожалению. Ну почему? У нас вчера был бурный вечер. Да, вечер у нас бурный. Ну, кто не знает, мы же еще пчелами занимаемся, но занимаемся как профаны полные, потому что только... Любители. Ну, как любители, новички. Мы никогда... Во-первых, никогда никого не было из пчеловодов, то есть нам некому подсказать здесь у нас никого, ну, грубо говоря, нет. Почему дед пчелу не держал? Дед держал, деда нет давно. Спросить-то я бы у него спросил, я думаю, он бы все рассказал, но, извините меня, с 89-го года его нет. Вот. И нам вчера пчелы устроили свистопляску. Сначала они попытались устроить воровство. Кто в курсе, тот, ну, кто в курсе этой темы, тот понимает. Вот. Но вроде как семейки сильные, друг друга погоняли чуть-чуть и угомонились. А потом у меня рой вдруг, улей один отроился. Причем неожиданно, ничто не предвещало. Маточники я удалил. Все удалил, там, ну, грубо говоря, какое-то время назад. Причем это был пчелопакет, то есть, ну, грубо говоря, это весенний засид, ну, этой весной только положил. Господи, вот у меня жара так действует на мозг. Я двух слов связать не могу, это вообще пипец. Ладно, не отвлекаемся. Вот, и, грубо говоря, отроился. Отроился достаточно забавно. Мы ушли, то есть я их пересмотрел. То есть все вроде бы нормально. Утром как раз я им там ревизию устраивал. Соседка, слушай, говорит, у тебя рой, говорит, пролетел от тебя. Я говорю, как пролетел? Да, говорит, вот так. Я, говорит, сижу, ну, прям в соседнем доме женщина живет. Сижу, говорит, и прям над головой у меня просвистел. Просвистел он через соседку, ну, сосед, ну, как бы через участок. Там стоят пустые ульи от пчеловода. И сели в один из ульев. Потому что остальные были заклеены. Да, остальные они заклеили, чтобы туда никто не залез. Ну, в этом дырка в литке была, и они туда благополучно уселись. Соответственно, мы этот улей, ну, я позвонил хозяину, договорился. Я говорю, я тебя вместе с ульем их тогда заберу, я говорю, потом тебя уверну, пересядем. Вот мы вчера эти ульи таскали. Ну, короче говоря, свистопляска была с этими пчелами целый день, поэтому. Не выспались, уехали ночью еще. Ничего не нашли. Ладно, вот такая вот другая жизнь получилась. Как есть, так есть. Спасибо, что ходили с нами. А, ребят, ну и не забывайте, делитесь видосами. Нам это очень полезно. Это развивает канал. Развивает канал, у нас есть стимул снимать. А у нас есть стимул снимать, как бы больше идей в голове начинает появляться. Потому что, ну, достаточно иногда просто так ходить, там вот это нашел. Ну, скучно. Да и нам тоже так же скучно, как и вам. Поэтому... Делитесь, ставьте пальчики. А мы уж попробуем что-нибудь поинтереснее поснимать. Может, еще что-нибудь придумаем, не знаю. Ладно, всем здоровья и пока.